Отель «Джулис Андеси Лодж». Отель «Джулис Андеси Лодж» стал первым подводным отелем, построенным в США. Его название дословно переводится как «подводный домик Жюля», что без сомнения навевает на мысли об известном писателе-фантасте Жюле Верне, который и вдохновил создателей отеля на эту идею. Когда-то в далеком 1986 году отель был научно-исследовательской станцией-лабораторией в Пуэрто-Рико. Однако со временем ее списали, и тогда она переселилась во Флориду и стала отелем. Для того, чтобы попасть в гостиницу, постояльцам нужно совершить погружение на глубину 7,5 метров. Все потенциальные жильцы при этом обязаны предоставить удостоверение дайвера или пройти трехчасовые курсы молодого подводника. После знакомства с морской глубиной можно брать вещи, запакованные в водонепроницаемый контейнер, и нырять в номер. Сначала жильцы попадают в помещение, где можно наконец снять акваланг, переодеться, и только затем могут пройти в свой номер и приступить к приятному пребыванию под 8-метровой толщей воды. В каждом номере есть иллюминаторы метрового диаметра, через которые можно наблюдать прекрасный вид на морскую пучину. В отеле есть только две отдельные спальни, остальное является общим – кухня, душ, туалет, гостиная. Ночь в таком отеле обойдется от 250 до 375 долларов. Плавучий отель в Занзибаре. Плавучий отель построен возле острова Пемба, который является уникальной частью архипелага Занзибар, одного из самых популярных мест для дайвинга. Отель предполагает для своих гостей незабываемый отдых в плавающих подводных номерах, созданных группой архитекторов из Швеции. Все номера трехуровневые, и из каждого из них открывается удивительный вид на бесконечные водные просторы. Уданг Хаус, Индонезия. Отличительной особенностью домика Уданг Хаус, который является составной частью роскошного курортного отеля Бамбу Инда, что на острове Бали, является прозрачный пол из закаленного стекла, через который можно наблюдать за жизнью морских обитателей. А еще этот домик может похвастаться тем, что в его интерьере сочетается деревянный декор и современное удобство. Стоимость отдыха в таком необычном месте составляет 245 долларов за ночь. Отель Фейри Чимни Инн. Отель Фейри Чимни Инн, высеченный прямо в скалах из туфа знаменитых каменных столбов Каппадокии, находится в турецком городе Гереме. Несмотря на то, что отель находится в горе, в номерах очень уютно и тепло. Все они оснащены полом с подогревом и ванными комнатами, напоминающими турецкие хамамы. Иглу-отель «Горная территория». Первый и единственный в России иглу-отель находится в часе езды от Петропавловска-Камчатского, у подножия Вилючинского вулкана. Домики для гостей выстроены из кубиков снега и декорированы в национальном стиле коренных народов Севера. Поселение – две маленькие, внутренний диаметр 3 метра, эскимосские хижины для проживания и одна большая 6 метров в диаметре, в которой также находится бар с ледяным камином. Кроме того, на территории есть термальный бассейн под открытым небом, по словам постояльцев, единственное по-настоящему теплое место, отапливаемая столовая, круглосуточная душевая и туалет. Для отдыха и сна предусмотрены ледяные кровати, покрытые теплыми шкурами, есть электричество и розетки. Трихаус Лоджинг. Это необычная гостиница на дереве находится в Перу, в лесах Амазонии. Состоит она из 8 одиночных гостиничных номеров, расположенных на высоте от 10 до 20 метров над землей. В каждом номере есть комплект москитных сеток. Все номера соединены подвесными деревянными мостиками с главным зданием гостиничного комплекса, в котором расположился ресторан. Усадьба жирафов, Кения. Кенийский отель «Джираф Мейнор» – единственное место на планете, где можно не только отдохнуть, но и насладиться общением с живой природой. Особняк стал настоящим приютом для ротшильдских жирафов, которые сегодня находятся на грани исчезновения. Постояльцы отеля каждое утро могут наблюдать забавную картину. Когда жирафов выпускают погулять по территории, они зачастую рады заглянуть в окна и двери, которые для них предусмотрительно оставляют открытыми. Так что у всех желающих есть возможность угостить гостей чем-нибудь вкусненьким со шведского стола, а также сделать фото на память. Golden Crown Levi Igloos, Финляндия. Гости Golden Crown Levi Igloos могут наслаждаться звездным небом над головой и любоваться северным сиянием, не вставая с постели. Все потому, что эта гостиница состоит из гостевых домиков, построенных в виде иглу с прозрачной крышей. Golden Crown Levi Igloos понравится всем любителям природы и тем, кто хочет отдохнуть от цивилизации. А если вы жить не можете без интернета или телевизора, тогда вам стоит выбрать другое место для отдыха. Ведь в Golden Crown Levi Igloos нет ни того, ни другого.
Отель-самолет «Коста Верде». Этот отель-самолет расположился в живописном месте. На утесе на берегу Тихого океана по соседству с макаками, туканами и другими тропическими обитателями. Отель сооружен из списанного Боинга 727. Сначала самолет разобрали на части в аэропорте Сан-Хосе, а затем части конструкции перевезли через джунгли на побережье, где собрали и установили на 15-метровый пьедестал. В отеле-самолете есть гостиная, две спальни, две ванные комнаты, мини-кухня, столовая, холл. Стоит это все $300-350 в сутки. Друзья, ни для кого не секрет, что YouTube отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. На сегодня это все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы получать новые интересные видео. Хорошего вам настроения. До завтра!